Салам алейкум, пацаны! Очень многие, наверное, ждут, когда же нам откроют и добавят новый обменник за обмен, скажем, да, магического кубка. А что, если я вам скажу, что каждый из вас может обменять магический куб на оружие? Сегодня я вам покажу. Также друзьям покажу новое событие. Помните, я вам говорил, что все-таки в игре по-любому добавят события, где каждый из вас может приобрести себе максимально все эволюции, которые, скажем так, которых у него нету. Будет новое событие. Также, друзья, мы не забывайте, сегодня также офигенный розыгрыш. Также завтра уже раздача промокодов. В общем, алмазы, друзья, каких промокодов? Промокодов уже были раздачи, уже 5 промокодов я раздал. Но завтра у нас алмазики. В общем, ладненько, расскажу в ходе этого видеоролика все. Вам все покажу. В общем, тянуть не буду, просто по-братски. Поставьте лайк, подпишитесь на каналчик. Ставьте, не забывайте свой колокольчик. Нажимайте обязательно все уведомления. Ну и, конечно, не забывайте подписываться на мой ВК. Обязательно, очень-то важно. На мою группу ВКонтакте и на мой Телеграм-канал. Именно в моем Телеграм-канале завтра в 9 часов... да, в 9 часов по московскому времени, завтра, воскресенье, уже будет раздача алмазиков на ваш аккаунт, друзья мои. Буду выбирать победителей, кто будет, скажем так, участвовать в моем колесе, в моей колесе фортуны. Очень интересное событие, рубрика, кстати, моя самая любимая. Так что участвуйте, подписывайтесь, ссылочка на Телеграм в описании. Заходим, подписываемся и 100% вы будете довольны. Поехали. Давайте, наверное, начнем с самого начала, друзья мои. Знаете, да, что, блин, спасибо разработчикам, что все-таки нам добавят эту легендарную маску. 3, точнее 6 числа нам добавят маску. Это реально очень топово. Как я, в принципе, вам и говорил, что нам добавят маски и все события, все куртки, которые связаны именно с вкладкой тренд. Так что, друзья мои, знаете, что у меня самый топовый, самый годный и самый прям сверхбомбовый YouTube канал по самым свежим новостям по игре Free Fire, а также конкурсам и розыгрышам. Если прямо сейчас подпишетесь, по-любому ничего не пропустите. Так, друзья мои, спасибо разработчикам, все-таки добавили нам, скажем так, эту худи. Худи и маску. Для меня вот самое главное, худи, маска. И вот я хотел, чтобы добавили в игру, да. Также, друзья, мы знаем, что добавили уже новый обменник, который уже каждый уже сможет обменить с 20, скажем так, 6 числа, да. Или с 24 числа, да. С 24 уже каждый сможет обменивать. Также я, конечно же, друзья мои, рад, что нам добавили мотоцикл. Я думал, все-таки его добавят в... Конечно же, думал, все-таки добавят его в пополнение. Но все-таки добавили его, видно, в события. За пополнение добавили вот такой вот бомбовый, скажем так, рюкзак. Тоже довольно-таки неплохой. Вот, помимо всего этого, конечно, друзья мои, сейчас вам покажу новое событие. Событие, вот, друзья мои, как оно выглядит. Вот такое вот бомбовое событие. Как, в принципе, друзья мои, я вам и говорил, как я вам и говорил, что в Гарену добавили, друзья мои, на зарубежке уже добавили событие, где можно приобрести себе АК эволюцию. Это получается, скажем, также это Мегалодон. И также на МП-40 тоже эволюцию. Очень офигенно. Кстати, пожалуйста, напишите прямо сейчас в комментариях, какой у вас нету эволюции. У меня лично все эволюции есть. Вроде бы ни одной, как бы, такого нету, чтобы у меня не было эволюции. Вроде бы все есть. В комментариях напишите, какой у вас эволюции нету. Тоже будет интересно, что вы пропустили. Вот. И, конечно, за рубеж добавляется какое-то событие, где каждый может приобрести за каждую... То есть, получается, друзья мои, один прокрут 99 алмазов. И получается, за... пятую попытку прокрута за 99 алмазов уже гарантирован будет один какой-то приз из этих, который находится именно в главных призах, да, именно в этом событии. То есть получается 5 раз прокрутили и уже гарантированно вы получаете какой-то один, скажем так, да, подарок, какую-то вещь именно с этих, которые видите на своих экранах. Или вы можете получить какую-то эволюцию, или эмоцию, или машину, скинчик на машину. Но, конечно же, возможно, что-то изменится. Сразу говорю, возможно, что будут добавлены какие-то эволюции, может быть. Но будем ожидать в нашем регионе, потому что это событие вышло на регионе, именно которое, в принципе, на процентов 70 схоже с нашим регионом. Так что вы сами знаете, что сначала выходит на зарубежке, потом выходит и у нас. Как, в принципе, я вам показывал, да, по поводу этого события я вам показывал, что должно на зарубежке вышло вот это событие. Вот событие, друзья мои, на зарубежке вышло, я вам так скажу, где-то 16 числа, 15-го, вот это событие вышло на зарубежке 15-го. Видите, 3 дня прошло и уже выходит на нашем регионе. Ну, видишь, задержка. Сначала на зарубежке, потом выходит и у нас. Так что, друзья мои, не исключено, что это событие, возвращение эволюции, тоже выйдет на нашем регионе. Так что, прямо сейчас прожмите обязательно лайк, чтобы вот прям максимально вернули, это, скажем так, это событие. Чтобы вы могли приобрести себе эволюцию, да, повторно. Ладно, поехали дальше. Дальше, друзья мои, конечно, самое главное. Это, конечно же, очень многие ждут, когда же, возможно, будут обменять, скажем так, именно наборы себе на обмен магического кубка, да. Сразу говорю, что это будет, скорее всего, друзья мои, скорее всего, будет после обновления.
скорее всего, после обновления добавят. Ну, я вам сейчас покажу, что вышло за рубеж. Это свежие моменты, свежий видеоролик, фрагмент, да, где уж добавляют новые, скажем так, именно новые вещи за обмен магического кубка. Ожидаем, друзья, мы после обновления. Обновление у нас будет через месяц. Вот, будем ожидать именно, что что-то добавят. Может быть, что-то уберут, может быть, что-то, скажем так, именно редкое добавят, да. Также, возможно, что все-таки нам добавят арктический синий. Вот такой вот олдовский набор тоже. Ну и, конечно, друзья мои, наконец-то, как я, в принципе, и говорил, тоже я говорил, что помните, я вам говорил, может кто-то помнит, кто олд моего канала, что по-любому на нашем регионе, ну вообще в игре Free Fire, что по-любому будут добавлять оружие за обмен магического кубка. Помните, я вам говорил, ну, может, не знаю, кто смотрит меня часто, тот по-любому помнит, кто не смотрит меня часто, тот, конечно же, не помнит. Вот, ну, как я и сказал, как оно и скажем так, я и говорил, вот оно вышло. За обмен магического кубка, то есть вы можете обменить себе оружие, друзья мои. То есть получается оружие на парафал, оружие на бизон, конечно же. Это реально за обмен магического кубка. Также наборчики олдовские всякие. Также получается обмен на снайперку, обмен также на G36. Очень офигенно, друзья мои. Представляете, обмен магический куб на оружие. Также на маг, на M14. Это реально очень топово. И это все всего лишь за обмен магического кубка. В комментариях, пожалуйста, напишите, сколько у вас магических кубков. Мне тоже будет интересно очень, скажем так, почитать, да, ваши комментарии. Сколько же у вас. Также обмен на транспорт тоже очень-то это новое. Обмен на машины можно будет обменивать. Ну и на много чего, что, в принципе, довольно-таки много, наверное, в нашем регионе еще, скажем так, нету. И также, самое главное, друзья, арктический синий. Офигенно. Это очень бомбово. Тоже арктический синий, я считаю, это реально респект. Также, друзья мои, наверное, каждый из вас знает, да, что я уже, у меня уже на моем канале уже запланирован видеоролик, как я поговорил с человеком, который украл у меня аккаунт. Как видите, пока я играю не на своем аккаунте, я записал, чисто скрыл. Он попросил, чтобы я не записывал, но я взял и записал наш ивонный разговор, где он и рассказал, почему забрал аккаунт у меня, как, почему, как, при каких условиях он мне его захочет отдать, что мне нужно сделать, чтобы он мне его отдал. Ролик уже запланирован, так что после этого ролика можете уже перейти на новый видеоролик, поставить лайк, нажать напомнить, и завтра в 15:45 всех буду ждать на этом видеоролике. Вы узнаете, что это за агрошкольник, что он мне сказал, вообще, почему он заблокировал мой аккаунт, да, забрал и не хочет отдавать. В общем, тоже будет очень интересно, по-любому, потому что завтра всех жду, уже можешь перейти на ролик, он уже есть. Также получается, друзья мои, второй обменник тоже, друзья мои, это тоже новый, тоже вышел на зарубежке. Это тоже, то есть, получается, обменник, который также можно будет обменять за магический куб. Сразу говорю, что, конечно же, нам не добавят большое количество новых вещей, наборов, оружия. Конечно же, возможно, нам добавят только один, может быть, скинчик на оружие, который просто вы сможете обменять, скажем так, магический куб на это оружие. Возможно, скинчик добавит, может быть, на мотоцикл, да, на скинчик на какой-нибудь транспорт. Или, возможно, добавит какой-нибудь наборчик именно на какого-то персонажа, да. Может, на женский персонаж или на мужской персонаж. Добавить какой-то определенный набор, где также можно будет обменивать на магический куб. Конечно, будем при... Это мое мнение, да. Я предполагаю, что все-таки это все будет после обновления. Знаете, что у нас еще впереди еще новая эволюция. АЦ-80 реально очень интересно. Также впереди новая коллаборация еще нас ждет, да. Впереди очень много чего интересного я вам расскажу. И, конечно, друзья мои, ожидается, знаете, что, наверное, каждому интересно. Ожидается уже, скорее всего, будет добавлен тайный магазинчик уже новый. С, конечно же, новым буях пропуском. Это реально очень интересно. Буях пас, друзья мои. Я вам видеоролик уже завтра с утра я вам покажу. Да, с утра за это видеоролик уже покажу. Что там будет, реально очень интересно. Вам по-любому это все понравится. Потому что буях пропуск по-любому каждому по-любому нужен. Так что ожидайте, за это видеоролик будет по-любому вам прям зайдет. Также не забывайте, завтра у нас в 9 часов вечера будет раздача, скажем так, да, алмазиков на ваши аккаунты. По 310 алмазиков будете получать. Условия, друзья, очень простые. Поставить обязательно лайк под этим видеороликом. Подписаться обязательно на мой YouTube-канал, поставить колокольчик, все уведомления. Это очень важно. Также, конечно, друзья, мы обязательно, самое главное, подписаться на мой ВК, ссылочка в описании, на группу ВКонтакте и на мой Телеграм-канал. Именно в моем Телеграм-канале будут выбраны победители, вот, которые будут получать на свой аккаунт, скажем так, алмазики.
Скорее всего, возможно, даже я сделаю прямую трансляцию в телеграм-канале, чтобы было проще, и буду выбирать победителей. Всем все понятно? Надеюсь, всем все понятно, так что обязательно участвуйте, подписывайтесь, ссылочки в описании все, и будете участвовать. Вот, также, друзья, не забывайте обязательно, конечно же, по поводу настроечек. У меня уже обновление, большой пак у меня обновлений, настроек на Android, на iPhone, очень много чего интересного, полезной информации для вас. Показано, как правильно нужно оттягивать, почему может не лететь, размер кнопки, худ, все рассказывают, DPI какую нужно поставить. То есть, в любом случае, будьте довольны, почитайте, можете отзывы почитать на моей странице ВК. То есть много чего бомбового, да, многие даже покупают по две настройки. Так что спокойно, прямо сейчас берите, пишите мне ВК и приобретайте настройку, и по-любому вы будете довольны и будете играть как машины просто. Будет только все в голову лететь. Так что всем советую. Ну и, конечно, не забывайте переходить на мой новый видеоролик, который выйдет уже завтра в 15:45 по московскому времени, который, скажем так, вам по-любому доставит много, может быть, эмоций, да. Только, пожалуйста, в комментариях не хейтите этого человека, который украл у меня аккаунт, да. По-любому он, скажем так, поймет свою ошибку и, возможно, вернет мой аккаунт. В общем, друзья мои, всех люблю, всех обнял. Знайте, что вы самая лучшая аудитория. Без вас у меня ничего бы не было. И знайте, что если бы не вы, ну, реально, я был бы ни с чем. Спасибо каждому из вас, кто меня смотрит и поддерживает. Люблю вас, обнимаю и всем пока. До новых встреч. Вы самая крутая аудитория. Спасибо всем. Ты красавчик. Люблю тебя.